не подложение, а то, что так агентура замечала, вроде он не совсем нормальный. Maybe he isn't completely normal, but there's no doctor that says he's a psycho. Хотя его врачи смотрели. Even though he's examined medically. There's no such medical point blank statement, he's a psycho. What was the result of the medical examination? Какой результат был? Медицинского осмотра. Нормальный человек, какой-то же с идеей фикс остаться. He's a normal member, he has an idea fixed that he wants to stay in the Soviet Union. Enough to cut his wrists? Ну, нормальный человек нет, я думаю. Вы знаете, нормальные люди кончают бизнес убийства, и, между прочим, эти нормальные люди гораздо сильнее, может быть, лесивых людей, которые спокойно знают, чем он кончает, он спокойно, смотря себе сам, режет вену. Он может быть сильнее, но это еще вопрос дискуссии и спора. Вот, смотрите, бывает такой случай в жизни случается. Я знаю разные случаи. Вот, в частности, был такой случай. Я знаю одну пару, вот он устал. Ну, я с ним не дружил, просто сдал ему пару, муж с женой. Он очень интересный был, внешний мужик, содержательный, все. У него был недостаток. Очень любил женщин. Он свою жену любил, но он любил женщин вообще. Гулял направо и налево. Грубо говоря, чуть ли не каждый день у него новая там женщина. Во всяком случае, но жена у него одна. Но жена оказалась совершенно противоположной по характеру человека. Она любила одного, она поэтому не любила, и она в голове себе не позволяла мысли быть с кем-то близким. И она на этой почве, она что, ненормальная? Перерезался за ванну все, теплая горячая вода, чтобы это не было болезненно, там подрелся, но все. Перерезался и ел идти спокойно. Она же ненормальная, абсолютно нормальный человек. Я ее видел не раз. Умный человек. Человек очень порядочный. Нет, это вопрос, потому что Сэм сказал, что раз человек себя режет, так он уже ненормальный. Question. Yes, I agree. It's okay. We can talk like this. We can even accept that fact. And that fact is that the man who did it was the man who killed President Kennedy. Ah, это другое дело. Правильно, это в данном случае это совершенно другое дело. And it's a fact. В данном случае правильно, это факт. It's a fact that he had a hunting rifle in the Soviet Union. И больше того, в сегодняшней газете, в сегодняшней Swiss есть коротенькая заметка о том, что жена Освальда, Марина Освальд, давала интервью, и что она будет выступать как свидетель, и что она не отрицает, что он мог это. Ну, конечно, друзья, человек, который с ним жил, а ведь как-нибудь, когда она живет с ним бок о бок, она знает его день и ночь, она знает его больше чувствовать, чем мы можем встречаться друг друга чувствовать. Да. Она, безусловно. Конечно, это уже большое доказательство. Огромное. Она говорит о том, что он это делал. И она верит в это дело. Да, да, вот что Чарльз сказал вначале, это, конечно, это очень, в одном смысле, очень несчастные вещи на Советском Союзе, вам вдруг советую? Неправда. Не надо так сгущать краски неправильно. Я ваш друг. Я целиком и полностью с вами. Я буду работать с вами против Советского Союза по всем вопросам. Но правда должна быть всегда правдой. Мы должны быть людьми, и правда должна быть правдой. Как я не ненавижу руководство и что бы там ни было, но я не хочу лгать против своих убеждений, я не буду никогда не лгать. Right. Так вот, я твердо. I'll say one thing as a friend. Да, но я твердо знаю, абсолютно, вот здесь я могу расписаться в том, что я знаю, и я за это смысл отвечаю, в том, что никак Советский Союз туда не привязывайте. Абсолютно. Я уверен, что вы правы.
Понимаете? Я уверен. Потому что напуганы были до безумия. Все подняли на ноги, вы же. Хоть что-нибудь ему говорили? Хоть что-нибудь его обрабатывали? Не дай бог. Было тогда, в тот момент, вербовали его или нет? Рекрутер, но нет. Что вы позволили себе? Единственное, что позволили, через самую дядю, дядя жены его, через Марину, он подполковник милиции, между прочим. Так вот, он сказал, что вот вы уезжаете, ну такой будешь вот людьми, вы в Советском Союзе жили, хоть не хайте, не охаивайте, не ругайте и не высказывайте резких и несоветских высказываний. Вот единственное, что было себе позволено. И то, я лично сидел, я прямо говорю, почему я так твердо говорю, я сидел на этом деле несколько дней, вот когда вот случилось несчастье с президентом, чтобы узнать, что сделано, не сделали что-нибудь местные органы Белоруссии, не позволили ли себе что-нибудь? Не, они были ответственны, но я как взял начать дело, потому что это был турист, я взял на себя, я говорю, немедленно все проверить, все поднять. Я работников туда посылал специально, не доверяя даже бумагам, все досконально проверить. Я за это, я говорю, я готов расписаться, что никакого научивания не было. Потому что, вы что, шутите? Террор в отношении главы государства. А у Свалда были же связи с советскими представителями после возвращения на место? Какие? Он хотел опять, он хотел опять приехать, а ему говорили нет, Извините, он в Мексике обращался, посольство приезжал в Мексику, говорил, давайте сюда, ему говорили нет, обращались в Москву, мы сразу, нет, и слышать не хотим. Потому что на кой он нужен? Он никакого интереса не представляет. Зачем он нужен? Нет. Здесь я говорю с вами. Ты не смотри со взглядом, так сказать, такого скептика. Ты не прав здесь. Я за это дело, вот, я тебе говорю честно. Правда? Нет, я ты немножко скептична. Я почувствовал, что ты скептична к этому. А это нет. Я тебе говорю. Там, где правда, там правда. Там, где я не знаю, я скажу с вами. Я не знаю, я не уверен. Там, где знаю. Я не могу верить, что Советский Союз... Да если вы хотите знать, Советскому Союзу был бы выгоден президент Кеннеди. Потому что это фигура, которая реально и трезво смотрела на многие вещи. Ну, и на Джонсона, конечно, фигура такая же. Но посмотрим, он еще себя не показал. А Кеннеди уже себя показал во всех аспектах. Реально. Он показывал и свои зубы, когда нужно. И когда нужно силу, но... А все-таки вы имеете опыт, вы были в Кубе. Как вы смотрите, мы знаем, что Озвол имел связь с кубинцами. Это относительная связь, это опять громко сказано. Он входил в какое-то там местное в Техасе, там общество, это там по Кубе. Это относительная связь. Кубинцы на это дело тоже не пойдут. Почему нет? А потому что на убийство президента... Ну, может быть, там ходят какие-то деньги, я не могу зайти. А Жакарто считал, то есть, Кеннеди как главного врага. А Кастро многие вещи недооценивает. Если был бы другой президент, а не Кеннеди, Кубы бы не было. Несмотря на привали на всю мировую общественность, на мнение мировой общественности задавили бы. Что такое для Соединенных Штатов задавить Кубу? Это же блоха. Ну, вы говорите объективно, я говорю с точки зрения Кастро. Ну, я их психологию не знаю. Я боюсь. Я за это не могу сказать. Это я не могу сказать. Но это блоха. 48 часов. Какие 48 часов? Какие 48 часов? Кубы нет. А, 48 Кубы нет, а я испугался лёта туда. Лёта там вообще там час. Кубы нет. Лёта. С Майами. И там же, и Кубы нет. Там же базы есть. Возможно, пилоты. Ну конечно. Оттуда пустили бы там они две дивизии и готовы делать. Но вы не исключаете возможность, что кубинцы могли этим заходить? Нет, я не говорю ни да, ни нет, потому что я боюсь, что сказать вам... Да я знаю, что вы не имеете знания, чтобы вы нам сказали. Нет, это только вопрос мнения. Лично мое, как человека, мнение, они, наверное, не могли бы пойти. Не могли бы пойти. И, наверное, слушать. Если бы где-то проскочило хоть вот на столечко, что они причастны действительно здесь, то нужно было немедленно бомбу положить. Но не могли бы пойти к тому, что вы настройки их придерживаете или по собственному сказать?
Они могут, нет, знаете, придерживают. Но они все-таки на выше поплевывали, поэтому там заигрывали заказ. Мое личное, как человека, как мнение, как контрразведчика, можно любые методы хороши, но нет. Может быть, это не нужно. А мокрое дело совсем? Мокрое дело. Вот я и мокрое дело тоже не признаю. Вы действительно имеете убеждение, приобретение его на контрах этого тела, покупки этого человека, сближение или как угодно. Вот мое личное. А здесь все-таки убивает человека. Я не говорю. В истории любой разведки дела были. Да. И такие, и всякие. В истории любых разведок. Я говорю, в истории каждой разведки есть в свое время. Неправильно. Вот я поэтому и сказал, что я вот лично считаю методом убеждения, методом сбора контрматериала. То есть заставить человека, принудить его. Ну, да. И человек есть человек. У нас нет такой организации. Нам просто незаконно делать. Неумышленно, потому что у нас, знаешь, такая мысль даже прошла этот крест. Мы не могли бы пережить даже. Неудачно это одно случай такое. В данном случае я честно скажу, что вот и буду, я не говорю о себе, а о многих, например, знакомых, буквально поразило очень сильно. Очень. То есть, вы понимаете, в 20 веке, во втором году, 20 века, чтобы бить главу государства, да еще какого государства, самого сильного, самого передового. И, на мой взгляд, самого свободного выбора. Но это скорее. Жаль, что есть представительство финансового отдела. Но я вам прямо скажу, вот мое личное, я их дело не знаю, я не думаю, что на ней есть задание. Мы тоже не думаем, Есть представитель финансового отдела в Америке, есть в Мексике. Мы знаем, но это нам известно. Но, I agree with you. You're right. But what about these facts? What's the damn city between our two countries? Ну, конечно, не вам, не нам ничего не поделать, так и было. Но это будет иметь. То есть что будет? Надо вот это таких... соображение, что никогда не доказывается. Потому что все-таки есть, хотя такие... Ну, в отношении таких представителей, в будущем будем работать, надо тогда поступать. Уже кошмар не было. Убирать их из страны, выдворять их, что угодно делать. Более активные, более наступательные методы таких сволочей. Вон. Ну, конечно, здесь. I agree. Just kick them out, right? Yeah. Если смотреть в истории мира, сколько главарей, сколько стран были убиты, таким образом другим. У нас это не первый президент, возможно, и не последний. У нас человек, он четвертый. Был Маккинли, да? Был Гарфилд, был Линкольн, Кеннеди номер 4. Было во Франции, было в Франции, было в России. Александр II убили. Еще не первый. Студент. Из Советского Союза, например, студенты, из КГБ, Симбала, Матакаки. Нац. После его нац. Почему? Я не так...
I am not so... John, please. I am not so naive as to ask this question, but please understand. When they send over students who are staff officers to the KGB, and then things like this happen to Kennedy, we can only sort of make connections. They send students as they send Radetsky as students, and they have 13th department people here. They have 13th department people here as students. Я не хочу сейчас ни говорить, ни дать, нет, ни протестовать, ничего, но не будет личное мнение. Перчатки судьи, там должна определенного возраста. Определенного возраста. Не может человек поехать 35 лет студентом? Смешно. Смешно. Просто у нас пишет лейку. Дальше. Едет человек 25, 24, 23 года. Если он В основном, я не исключаю то, что Чарльз сказал, может быть, это так. Не исключаю и не могу лучше, я не знаю. Но в основном этот контингент, когда едут среди студентов сотрудники КГБ, это молодые сотрудники. Их бросают зачем? Познакомиться с страной, с нравами, с обычаями, отточить язык, потому что он живет среди каждый день. Вот основная задача. Agents of experience, recruits. This is young officers who are coming to learn the language of the area. Другое дело, что он может, будучи студентом, выполнять какие-то задачи резидентуры, попросил присмотреть к тому или к другому, или к этому району. Это другое дело. He might give a reading or an assessment of an area or people or something, but quality guidance. Но основная задача, когда посылают молодежь, именно не с числа молодых сотрудников, а не молодого, не большого, потому что это студент, только же студента, изучение нравов, обычаев, языка, всего. Area study is the main mission. If he has not studied one because he's handy or something, but if he's doing nothing else, he might also help to control that area. Служба номер два – это контрразведка ПГУ и управление по научно-технической разведке, и еще спецуправление на ЦНУ. Ага. И помимо этого, значит, линейный отдел. Нет, так, схему мы всю эту отделали. Нет, мы уже сделали схему ПГУ, схему комитета, схему второго управления. Я знаю, Джон, я показал.
сказали, что есть управление, для сотрудничества с ним. Да. И служба номер один. Два? Служба номер один. Да. И еще линейное дело. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да, да. Как организация очень-очень сложная. Сложная. Большая сложная. Да, да. Огромная. Наша тоже не простая. Естественно. Use other words to describe it. Вот сейчас что единственное? Что ты сказал? Мы другими словами описывать. А нашу? А нашу я буду другими словами описывать, я не буду. Организация. Слово не сказать, но это слово слава. Говно. В общем, да. Мне кажется. Управление против... И правильно должно быть. И должно быть самое главное, самое большое, самое сильное. И с лучшими работниками именно здесь. Потому что основной противник это. Вот это. Поэтому основное должно быть здесь внимание. И нужно добиваться, чтобы самое основное внимание руководства ЦРУ было направлено сюда. Все возможности. Все. Это окупится, это даст свою пользу. Только так. Шире фронт, шире фронт. Раздвигайте во всех странах с запада активную работу. Шире, как можно шире. Вот трудно вместе работать с службой Франции, Англии, заказчиков. Да, я понимаю, что нужно быть заказчиком. У вас есть внедрение? Вам легче, вам на компании легче. Легче компании. Они же союзники, они обмениваются информацией, они обязаны представлять по Советскому Союзу все, что есть у них. Обязаны. Потому что это задача номер один должна быть всех стран Запада. Поэтому нужно их обязать, чтобы все, что есть, показывали. А вам, как главному партнеру по всему Союзу Запада, должны быть карты раскрыты кругом. И вы уже своим опытом, своими возможностями, да даже и своими финансовыми, со всеми вместе взятыми. И по лидерству должны, с лидером, вы должны все захватывать. Другое дело там, сказать, они частью делами занимаются, но вы подключаетесь сами по себе, но чтобы вы знали все, что есть. Согласен. Вот у меня вопрос. Пожалуйста. Такого. Давайте активизировать, так сказать, вот этот вот самый процесс, быстрее со специалистами из завтра оговаривайте, быстрее, либо мы ставим, и когда, и что, и... Мне прийти. Пройденные этапы, все. Уже начинать работать. He wants to start to work, because he wants to figure out what's... Я вижу, что здесь можно, что нельзя. Ну вот единственное, вот это я понимаю. Можно. А больше вы ничего здесь не получите. А больше я ничего не вижу. Быстрее начинать уходить. Дайте нам неделю. Я уже буду говорить. Сила не готовится к проблеме, что вам понравилось. Ты бил на голову. Does that mean that see, we have two more hours left? In the hotel, in the villa, and operating, getting out and not being detected, that he's not showing up is going to be judged much more complicated than the easy way he laid out the plan now. We're laying the plan now just to reorient to it. Yeah, Friday night, it's what I'm saying. Tipia? Завтра пятница. Что завтра? Завтра утром совещание. Вечером... Everything goes this week. Everything is gone. There's no chance of working this week. If we can go one week, we can... Everything is possible. But...
Tomorrow is Friday. That's okay. It's gone. But look, you say this. This is very important. If George wants to come here tonight, then we do it. It's okay. Doesn't he? I'm just saying now what we arrange with his help for the future, whether it be a week from now or 2 weeks. It's entirely his thing. Make that clear. Then we talk about pressure. Say that he wants to come right now. I said, I will come tonight. We're off. We'll make a bed and he just said. Okay. But if we want to work on this, and if it is possible for you, вы меня должны понять. Я ведь сейчас ваш друг. Я понимаю, насколько интересно поставить шайбу сюда. Это я тоже заинтересован в этом. Мы работаем на одно дело. Я заинтересован в этом деле. Но вы должны все взвесить, все учесть. Но вы слышите, в связи с тем, что я друг, и я хочу результатов. Я сам хочу результатов вместе с вами. Поэтому, конечно, я понимаю, давайте... В то время, как казалось бы, мне это отказано, и все. А я хочу результат. Ну хорошо. Как человек, вот мой честь, как человек я говорю, давайте завтра, то есть в субботу и все, и полетели. Но как оперативный работник, как контрразведчик и как в будущем помощник ближайший локоть к локтю, и наши задачи, с учетом наших задач, мне хочется тоже это сделать. Я хочу сам. Human basis, personal basis. Let's say this Saturday comes, I take off. But in view. Also, our mutual interest and accomplishment here. I don't say that, but we'll see what we can do with that. But he still asks for a quick as possible. Well, sorry, but as soon as the technical question of the Shaibu can be resolved tomorrow. Вы поставьте шайбу, если технически посвящен. Да, но надо решить. Если они ее берут сразу же, не нужно. Не нужно строить армию, не нужно из-за нескольких дней, даже недели, двух, не нужно. Если мы будем уверены, специалисты дадут гарантию, скажут, мы ставим. Ну, гарантия, конечно, не может быть, но, по крайней мере... Что это не может быть? Гарантии никогда не будет. При вашей технике вы бросите. Гарантии никогда не будет. Но скажем, что, по крайней мере, вероятность. Это ведь и вам, да. Это ведь и вам, да. Невозможно, это игра свечи. Максимум на 2 недели. Ну зачем это игра свечи? Она ничего не даст и результата не даст. На 2 недели результата не даст. И покажем мы свои уши. Зачем это нужно? Я хочу сам, чтобы меня правильно поняли. Техники и гарантию никогда не дадут. А никто не говорит, дай гарантию. Потому что, черт его знает, когда... Пускай мне дадут все слабые силы. Это другое дело, это гарантии не может быть. В том-то и дело. Так стоит ли играть на свечи, если они приедут и сразу ее засекают? Вы что? Зачем это нужно свои уши раньше времени показывать? Это не в наших общих интересах. Так, никто не может сказать наверняка. Возможность есть, что эта штука проходит там год или два, конечно, стоит. Нужно идти. Но возможность это не гарантия. Засекается она или нет? Насколько она уязвима? Вот что я имею в виду. Ну это да. Если она уязвима? Нет. Потому что я прямо сказал, как человек, я, пожалуйста, я скажу в субботу. Но как? Работника и помогающий человек ЦРУ, а если считаю таковым с 62 года, помогающим ЦРУ, я считаю, что нужно, нельзя. Но, опять-таки, при этом определенный должен быть разум. Разум. Насколько это нужно? Без уверенности,
что у вас все возможности для того, что пойдет, мы не будем делать. Вот я и хочу этого. Вот. Я. Кто Якорьевич? Я. Вот. Я. Это бой сделал. Может, если на фу-фу, то не будет. Я не потому, что я боюсь. Нет, вы мне сами должны понять. Ну, давайте смотреть в общем весь вопрос. Что получили? А что получилось? Ты это сверишь. Конечно. Теперь они испугаются, замкнутся. Вам же их разрабатывать местной резидентуре будет хуже. Поймите, мы их выведем из строя, если не обнаружат шайбу. То есть каким образом они? Могут сами, но они будут напуганы, они уже будут осторожны. И вам подходы, они на год, а может быть и на три. Что вы найти шайбу в резидентуре? Это будет ЧП для первого главного. Шайба вновь выстроенная здание появилась. Они засекли ЧП. Это по всем резидентурам отразится сейчас же. То есть я хочу, чтобы вы смотрели шире. Не по женевской резидентуре исходили, а шире. Гораздо шире. Со всех аспектов, со всех точек зрения всей работы по Советскому Союзу, по всем резидентурам. Понимаете? Уже это может отразиться. Мы толково поговорим с техниками, которые должны дать очень определенные такой видимый ответ. Потом посмотрим по ответу. А если нужно, я и черта лысого посажу. Если не стоит это делать, мы будем делать. Мы тоже сами не враги себе об этом делать. Надо смотреть дальше. Это сюда. Мы на той же волне. We're the same way as like we agree. You just look at it wider, look at the flat potential. If they pick it up early, not only for the next few years, it'll be tougher than hell because we'll be scared to death to get at them. But word will get out to all the other people this all over. Не только Женевская, вообще скажется. Понимаешь, поэтому я и говорю, что давайте думать шире. Шире с позиции всех резидентур, всей работы инженеров. So look at it, the broadest possible view. Yeah. What a flap will do if they catch it early, and what are you going to get out of it? Because otherwise, you put a bald-headed devil in there. That's why I'm putting it in. Потому что там же, а я думаю, что где-то у вас есть же успехи определенные, приближаетесь и так далее. Вы и там можете испортить. А я не сомневаюсь, что где-то есть на точках успехи на какие-нибудь результаты. И этим, если они найдут, это можно и там испортить. Но поймите меня еще раз правильно, я вот подчеркиваю. Вы переведите одну. If you have audio successes anywhere, no matter where in the world it may be, and you're making some nickels on it, a flap like this could have, by special prophylactic intensive protective measures, a negative result against what you already have. Но поймите меня еще раз правильно, я не хочу, чтобы у вас на минутку возникло мнение, что я боюсь этого. Нет, я сделаю то, что считаю, но я уже исхожу из позиции наших общих. He says, don't for a moment think that I'm afraid in any way of doing this. I'll be delighted to do it. But looking at it from a broader scale of mutual work, cooperation. Я думаю о будущем и о том, чтобы... Looking for the distant future. And my word with you, is this going to momentarily look like a big deal? Actually, going to... Ну хорошо, дни 3-5 в неделю послушаем. Either have a worthless or a negative consequence. А все я сделаю, как решим, как скажете, все будет сделано. Джон, все будет сделано, как скажем, как решим. Завтра же я буду утром в резидентуре до совещания, и я с позиции, куда можно воткнуть, я уже буду смотреть. Нет, я не говорю, он понял. Джордж, вы смотрите на это дело с точки зрения работы второго главного управления. У нас сколько угодно там шаг есть, как вы нам уже доложили. Американцы подбросили. Да где там стоит? Ну, есть. Вы же нам докладываете. А шифровалка это что? Это самое уязвимое место? Ну, кстати, есть, и дают что-то. А в резидентуре ваши или наши пограничные иметь хоть одну шайбу. Но опять-таки еще раз хочу сам повторить то, что я уже говорил, о том, что Женевская резидентура это не та резидентура, на которую нужно садиться и говорить, о,
здесь мы получим. Да, но как контрразведчик. Вот, вот как контрразведчик, говорю вам, как контрразведчик. Вот что здесь получите. Ибо здесь нет агентуры. Как контрразведчик. Как контрразведчик, я еще раз повторяю. Если вы можете, если вы имеете хоть возможность, перспективу на вербование одного работника ЦРУ, будь он слабый работник, не говоря о хорошем работнике. Я с вами не соглашусь. Я считаю, что вот то, что вам бы нужно было бы иметь, это здесь вот, и желательно хотелось больше иметь, ну, такого как Власов, Рахманов или Шифрович. О! А что лучше? А те другие, что они стоящие? Для нас. Как для начала стоящие, а это не фонтан. Чтобы ломать так копья именно на этой женевской резиденции. Да, но с вами вы должны где-нибудь начать, да? И здесь... Я не хочу, чтобы начали там, где я, так сказать, знаю, что не тот успех. Давайте посмотрим, где вам, где можно, мы уже прикинем, и там, где можно, так уже сделаем. Я хочу результатов. Но все-таки вы здесь, в Женеве, на месте. Это нифига не значит. Потому что я не работаю в резидентуре. Это ровно ничего не значит. Я не работник резидентуры, поймите. Да, но все-таки какой-то доступ вы имеете. Сэм, это узкое решение вопроса. Узкое. Я все сделаю, как вы скажете, смотрите. Нет, здесь не дело, что мы скажем. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я до этого в лицо Сульков и нормально я говорил о том, что мы должны думать обо всех точках. И провал здесь, он неминуемо скажется и на других точках. И даже там, а я уверен, что где-то на каких точках есть результаты, есть подходы близкие, кто-то. Они скажутся там, и даже люди, которые, может быть, вы уже ВКонтакте, ну я не говорю там агенты, это я не знаю ничего, но ВКонтакте или ваша агентура близко ВКонтакте не замкнутся. Это настораживает. Но все-таки еще вы должны иметь в виду, что в будущем вы будете на эти дела смотреть снаружи. Да, конечно, у вас будет опыт и знания, которые мы не имеем. Вы будете драгоценны для нас работать в совете. Но я и хочу говорить, что нужно на главном то, что задача номер один любой разведки не распылять своих сил, не хвататься за мелочь, а выделить из всего, что есть главное, и по-главному долбить. Вот это основа. Порой, может быть, даже отставить, где мог бы быть результат. Мог бы быть результат. Мог бы. Но лучше, если в сочетании с другим, на главном долбить, вы понимаете, там где больше возьмем. Стоит ли рисковать вот этой мелочью? А вы никогда не уверены полностью на 100%, что здесь будет успех. На 90% вы уверены, что здесь будет на этой мелочи успех. А на большом вы уверены только на 60%. Я бы стал работать на 60%, потому что это большое. Это серьезнее вопрос. На 60%. Упустил бы эту мелочь. Почему? Что я добьюсь здесь? Только такого узкого решения, каких-то определенных вопросов. А решая вопрос на главном, там, где у меня уверенности на 60, я добьюсь гораздо больше сведений, информации. Куда я лучше силы? Да нет, я подожду это. Сюда буду работать. А невозможно ли такое, если мы возьмем слабого... И в то же время, я перебиваю, извините, и в то же время никогда нельзя отбрасывать и мелочей. Но... Из всех мелочей и всего выбирай главное, серьезное и острое. Но на главном мы будем с вами иметь время. А вот сейчас мы имеем возможность... Ну давайте, я согласен, но я хочу одного, чтобы не лопнуло это дело здесь. Я сделаю, я поставлю. Все, что нужно. Не лопнуло оно, поймите вы меня. Оно отразится на всех резидентурах Советского Союза, которые они имеют за границей, немедленно. Тем паче, при такой ситуации, новое здание, оно проверено. Оно уже полностью, так сказать, они уверены, что все, и вдруг появляется. Значит, извне. Ладно, думают на меня. Год с ними. Пускай. Но это же немедленно отразится на всех точках. Вы поймите. Мы здесь с вами единомышленники, мы тоже хотим это с вами обсудить.
Но надо хорошо обдумать, что вы можете сделать, пока вы не перешли. Ничего. Ничего. Кроме того, что могу поставить шайбу. Потому что я вижу реальную обстановку. Вы не видите обстановку, а я тут общаюсь. Я знаю. Я знаю, что я могу здесь. И что не могу. Ничего я здесь не могу. Ну, болтовня, прочее, ну хорошо, трата денег, буду Рахману возить. Ну, в лучшем случае вы его сфотографируете, блядь, он будет держать за грудь. И она его будет целовать. Ну, что еще? Хорошо, что еще? Нет у него базы. Агентура здесь есть солидная? Нет. Я им говорю, им, Габричу, в составе индийской делегации, по-моему, ваш агент. Я не говорю уверенно, специально. По-моему, это же ваш агент. Кришна Рау. Бук же по нему работал, он его добивал. Он сюда приезжал, когда уехал отсюда в командировку в короткую. Давайте встретимся. Они не имеют права. Почему он на связи у резидентуры в Индии? Он уже писать туда, сюда. А для них освещение политической обстановки по этой 18 делегации по разоружению не представляет интереса никакой. Если был бы здесь Громыко, то тогда были подброшены силы. Как в прошлый раз, когда Громыко приехал парень из Америки, приехал из Вены, приехала группа с Москвы, цимбал майоров, которые должны были добывать информацию для министра. А сейчас подумаешь, Царапкин для них. Для них никто задачу не ставит, центр не ставит задачу, нет. Они не думают с Кришнарау этим встречаться. Хотя он мог бы многое дать, через него можно было просунуть что-то. Понимаете? Они не работают. Это же агент не чита любому, что у них есть. Это все-таки зав. Отделом договоров и протоколов. А у них нет ничего подобного здесь во всей Швейцарии. Я имею в виду у Женевской резидентуры. Я Бернскую не знаю. Бернская работает по особым делам, по линии спецправления. Точка цикла. Там у них, конечно, агентура серьезная должна быть. Нелегалы приезжают, уезжают, бывают и так далее. Но у этой резидентуры я знаю, что есть. Я вижу, что это ловля блок в пустыне, а не работа. Поэтому я-то так и говорю с таких позиций. Мне позволяет мой маленький, небольшой опыт, но позволяет говорить, что они имеют и на что они базируются. Для них самая важная работа – это исполнение по линии спецуправления, по линии нелегалов, которых они не знают ни кличек, ни имен, ничего, а знают вот в такой тайнике заложено выйти. И перешлите с депочты. Все. А что, чего, откуда, кто, ничего. И они даже не вскрывают этот тайник, а целиком отправляют. Это считается самое важное. Тебе сегодня считается важный подбор удобных мест для тайников. Понимаете? Не агентурная работа здесь важна в этом месте. Хотя она для этой резидентуры должна быть на первом месте агентурная работа, нейтральная страна, широкие возможности, приездность различных делегаций. Вот! Поэтому я бы был бы на руководстве, вместо Сахаровского, положим, на минутку, я бы сюда бросил резидентуру 20 человек. 20! Бросил бы сюда силы. Может быть, кое-где и обнажил, где там чересчур у нас много. Это поле деятельности лучшее, это нейтральная страна, это сборище любых делегаций по всем отраслям. Понимаете? Мало того, что приезжают со всех стран, тут и дипломаты, и все что угодно, все через это идет, через Швейцарию. Австрия, Швейцария в Европе это самые лучшие два золотые места для работы. Верно работает по линии спецуправления. Да, это точно, только цикл лично. Да, да. А это точка первого управления. Четвертого отдела европейского. И поэтому мне удивительно, вот как, так сказать, работнику КГБ, удивительно такой огромный внимание, вот сюда проникнуть. Смотрите, все делаю, как вы знаете. Я работаю и буду работать, как вы говорите. Я другое дело, я буду свое мнение высказывать. И всегда буду так, как я думаю. Никогда не говорю душой, а просто как человек думаю. Однако я буду делать так, как решите вы. Я работаю с вами,
Вы решаете, я буду делать, как вы скажете. Но свое мнение я выскажу. И мне лично просто-напросто... Я вижу, это не то, не то. А все-таки давайте обсудим. Допустим, нам удалось взять даже слабого работника здесь. Это резидентуры, да. Что будете иметь? Что будете иметь? Невозможно ли, чтобы мы могли бы все-таки его перспективы улучшить, подставляя ему хорошее дело? Ну что, подставить ему из труб, подставить ему из еще откуда-нибудь труб? Нет. Допустим. Это быстро прокапывается. Это опасная тропа. Потому что здесь надо давать и солидно давать. Вы понимаете? Надо давать. Реально давать. Деза чуть-чуть, она быстро где-то там перекрылась. Все! И горит у вас и агенты, и работники, все что угодно. А я по этому делу работаю. По какому делу он работает? Вы немножко не понимаете, сэр. Он разрабатывает дезинформацию. Разрабатывает и больше ничего. Дезинформацию, которую снабжает по заказам линейных отделов ПГУ и спецуправления. Но вы ему передаете дело. Потому что это на игру играть. Ну, вот. Он хочет почувствовать, что противник хочет, как он хочет, какими методами хочет. Для анализа. Ну хорошо. Это опять-таки пустышка. Это не то. Но все-таки, одно не хочет. Давайте возьмем аналогичный случай. Берите, это операция дезинформации, так? Это вскрытие, основа этой игры, вскрытие каналов в СССР, да. Которые не чувствуются в последнее время, не знают. Так вот, какие еще новые каналы американская разведка применяет? Как она хочет действовать? А кто дает? Какими методами? А кто дает ту информацию, которую Белинскому разрешает? Первый отдел говорит, на такую тему нам нужна информация, что можно дать? Просит у отдела ДВО дается. Ну, вот, хорошо. Не вскрывай ему дело, хорошо, ничего хорошо, и так далее. Хорошо, я это понимаю. А все-таки, тому разведчику, наш человек, кто вербовал в кавычках, Белинскому, все-таки был, ему, для него была большая вещь. Да, пока мы не сказали, что вот да никакая это еще небольшая вещь. Нет, это небольшая. Вы не понимаете. Это рядовое дело. Да я работаю по этому делу. Это один из успехов, маленьких успехов. Я говорю с точки зрения нашей службы. А, ваша? Это другое дело. Я имел в виду со службы в Советском Союзе, КГБ. Нет, нет, нет. Я говорю с точки зрения нашей службы. Тот уполномоченный, который в кавычках вербовал, видимо, это для него была большая вещь. Right? Он слабый работник. Тот, который работал с ним в Америке, когда он последний раз был, Чарльз, кто с ним был последний раз в Америке работал, он допустил там ряд ошибок. Я их, ей-богу, как мне не спрашивайте, не помню. Но читая что-то Белинского, я почувствовал. Я все-таки считаю, что если мы бы... Промашка. Работник там не сработал. Работник, если вот так вот четко, точно смотреть, чувствовал бы уже рука. Да, другое дело, слабый наработки или нет. Я нет, говорю о том, что... Он допустил ряд промахов. Нет, я это не говорю, я согласен с вами. Да. Я просто говорю, все-таки, что взять такое дело, это все-таки для него польза. Теперь вам надо аналогично. Какая для него польза? Для него просто, так сказать, как палочка, вот это его успех. Ну вот, именно. А еще пользы для него он не имеет. Но если бы мы бы здесь, значит, смогли взять, ну, Потемкина, никого другого, слабого работника, как вы говорите. И подать ему дело подобного Белинского, это все-таки будет для него тоже что-то плюс. Да, но это опять-таки согласен. С этим я с вами согласен. Согласен с этим мнением и поддерживаю. Но вы меня не поняли. Я хочу брать шире. Шире. Ну что вы успех Потемкина? Что вы успех Потемкина? Ну хорошо. Таких он 10 дел сделает. На что он может претендовать? Ну, на очередное только звание, там, на очередное. Нет, но мой вопрос такой. Мой вопрос такой. Если мы взяли бы Потемкина и смогли бы ему дать достаточно плюсов, то нам было бы... То постепенно его двигать? Ну вот. Почему нет? Правильно. Согласен с этим делом. Согласен с этим делом.
Ну, надо исходить из возможностей своего человека, его интеллектуальных способностей, ума его и так далее, и то, что опыта. Понимаете, надо я не знаю. Вот я что имею в виду. Да. Что вот если такому работнику, как Власову, это да, это пошел бы в рост. В рост пошел бы, стал бы расти. Потому что он и показор у него есть, и умный парень, и мнение о нем, и чувствуется он. Он пошел бы расти. А остальных из резидентуры я не вижу. Теперь Власов, считайте, уже потерян, и он вот-вот уедет. Рахманов, здесь своя статья, и грамотный работник, и все. Но учтите и такую вещь, которая по сей день еще бытует, и не знаю, сколько долго будет бытовать. Вот есть какая-то такая рознь или антипатия между первым и вторым управлением. Понимаете? Она существует. Между начальником управления Сахаровским Грибановым, она и ниже опускается. Да. Дальше. Под этим же углом, хотя они очень просят, дайте работнику Петровский, там, Париже, Рахманович, в Женеве, дайте. Но на них смотрят искоса. Так, в общем, все нормально, но внутренняя душа искоса. Это выходец из второго, это не наш выходец, это не наш птенец, которого мы холили расти. Поэтому они ему рост не дадут. Вот, это вот мелочи. Mm-hmm. Но это вот почему я базирую свое мнение, что здесь я не вижу над чем в Женевской резиденции работать. Понимаете? Я исхожу даже из этих мелочей. Все это вместе взять. Mm-hmm. Это мы только можем от вас получить. Понимаете? А это невольно сказывается. Вот в свое время отдали к 7-му управлению слежку двух работников опытных, даже не трех. Что вы думаете? И там своя неприязнь, внутренняя такая, она не высказывается. А, не потому что это второй, если бы из первого был, или из 8-го, из другого, но не свой, не из 7-го он рос. Там на него уже как и смотрят, нет, там кто-то что-то о нем сказал, кто-то что-то шепнул, что не свой, понимаете, инородец. Он пришел из другого. И они ее добили. Вот Жуков был. В свое время Жуков, я помню, в 52-м году сидели мы в одной комнате. Чуранов, я, Жуков. Жуков военно-морской атташе американский, Чуранов военно-воздушный, я военный атташе, 52-й год. Конец 50-го, нет, начало 53-го. Уже 52-й у меня уже журналисты были. Вот трое. Жуков, да, подполковник. Ну, я даже был, что вообще мелочь. Вчера он тоже мелочь. Вот. И Жуков потом дорос во втором главке до начальника отделения. Начальник отделения. А потом его, понимаете, ну и начальство тоже смотрит, на кого ему опираться, кому продвигать, кого не продвигать, смотрит, так сказать, его и умственные, так сказать, способности, смотрит его и оперативные способности, все вместе взятые. И вот считал Грибанов, тот считал, что Жуков для него не фигура, он его двигать больше не будет. Он неплохой работник, но двигать он его выше не будет. Он считает, что он ему не нужен. Он его, но хороший работник, но он его отдал 7-е управление на выдвижение. Он был начальник отделения во втором управлении, в 7-е управление пошел и взялся за начать отдела, и через год он стал начальником отдела, или через два, в 7-м управлении. Но коллектив весь и руководство само хотят, не хотят, но они смотрят на него, ага, не наш, не мы его растили, не у нас он шел, он оттуда выходит. С определенным углом. И сейчас от Жукова-то избавились. И еще так от других. Вы понимаете, это антипатия, антагония, что ли, ну вот, существует. А нет, три случая, что люди перешли уже на управление другой. Ну вот один Григоренко, работал во втором главном, он обижен на второе главное управление. Он дошел только, ну, до замначальника, и то, когда начались Венгрии события, его послали туда, вернулся он обратно, а ему даже и замначальника нет должности.
А Грибанов, между прочим, вылетал в Венгрии, был когда-то сейчас. Не-не-не, во втором главном он работал, Григорьевна. До венгерских событий он работал во втором главном. И был самый большой пост у него, сам начал дело, ну, буквально перед венгерскими событиями. Затем он, значит, выезжает в Венгрию на венгерские события. Тогда целая группа выезжала на венгерские события, когда были из второго главка. Из второго главка вылетали. То, на кого Грибанов мог опереться, кому верил, руководство он взял с собой. И он сам там был. Да. Но Грибанов его там еще посмотрел, увидел, вернулся он. И Григорьев вернулся у него. Он говорит, сейчас думал, что задача дела нет занято. Начальник отделения за ночь отделения. Больше не дам. Тот в обиде. Не нравится? В кадры. В кадре его взяли должность начальника отделения КГУ. Он где-то там что-то Сахаровскому, ну, бывает и так складывается. Сахаровскому понравился, как-то под Сахаровского подошел. Сахаровский его сделал за ночь дело. И его Сахаровский потянул. Но это вот единичные случаи такие. И вот он сейчас начальник, да, это уже просто личные отношения. Понимаете? Это лично сыграло роль. Personal situation that made. Поэтому вот эти вот случаи, когда вот из второго где-то там, это вот единичные, вот в частности вот Сахаровский, то есть этот Григорьев на Сахаровского проскочил. А так больше никто, я вот истории не знаю. В общем, это на минус, когда переходит с одного проблема больше. It hurts a guy to change. He's not accepted well. Григорьев is an exceptional case. Right. В то время как разумно многие предлагают. И в частности, я в свое время на одном из оперативных совещаний управления я выступал за что? Я выступил с идеей того, что, товарищи, у нас много молодых. Первым главным много есть людей с большим опытом. Они уже засвечены. Они уже известны разведкам. Вы их уже сейчас опасаетесь посылать в страны. Дайте нам этих. Мы вам дадим взамен что-то. Даже ту молодежь, которая, ну, хоть имеет 5-6 лет опыта контрразведки. Для вас-то это лучше, чем вы берете, как говорится, с воздуха, со стороны, годичную 101-ю школу и за границу. И агента как такового в жизни не видел. Даже из числа советских граждан. Не вербовал и не видел. На явке не был. Вы его сразу за границу. Сколько лет пройдет, пока это правильно у вас заработает? А? Это еще 6 лет. Потом будете свисты тратить. А он пока заработает. Так давайте будем меняться. Дайте нам толковых разведчиков, мы их себе организуем. Мы вам дадим ребят с опытом 6-7 лет работы в плане разведки. Ну, знающие. Конечно, не звезды. Вот так вот. Давайте так меняться. В чем дело? Засветились у вас? Давайте нам. Но с опытом работать. А мы вам своих будем давать. Так не идут же на это. Понимаете? Потому что вы такой вот есть антагония. А если вы это сделали, в мой взгляд, проработал человек, предположим, 10 лет от разведки. Его взяли в разведку. Он едет. Как? Да сильнее любого подготовлен. Он знает, как работают, как слежка. Их там на курсы, там за ним бригада выходит, он должен уйти. Ну что, ну месяц даже это будет, да там меньше месяца, 2 недели. Что он изучит, что он знает? Методы. Нет. Контрразведчик, он знает, что такое подстава, он сам подставлял. Он сам входил в контакты. Понятно. Он уже набил руку. Ему открыты двери там. Ему только дайте полгода, если он проработал 10 лет, там 6 лет, он разведки, дайте полгода. Больше не давайте на изучение страны. Никаких заданий. Вот тебе полгода изучаешь Нью-Йорк. Прибыл? Нью-Йорк. Целиком и полностью обучай, нравый язык, отчеканивай и. Чтоб ты город знал, как свои 5 пальцев. А потом дальше полезешь. Первые 2 месяца город. Ну, а город там можно за неделю, за день, максимум. Женил я за 20-й день, как более-менее. Чуть-чуть за это. Вот. Если вы как сами, быть сильнее? Если вы сами хотели, простите, если вы сами хотели бы перевести с первой главы. А меня просили, что не просили. Меня просили, и первый отдел просили. Но я сам не хотел. Вы поймите, я же знаю это положение, знаю, что есть такая антипатия, антагонизм такой есть. Потом я знаю, что у меня Грибанов ко мне относится как к
Ты ну, не знаю, как... А все-таки Соединенные Штаты вы могли бы получить назначение? Да, вполне. Они первый отдел меня просил в свое время. И Цимбель меня несколько раз просил, он и говорил, что поедешь в Штаты, пожалуйста, раз у тебя это направление, пожалуйста, в Америку, все. Я говорю, нет, потому что я знаю, мне там заново начинать, а здесь у меня... Я спокоен, что за моей спиной, я уверен, что даже если бы со мной какой-нибудь осед допустил бы проступок, не дай бог бы какой-нибудь, который был чреват был, то, знаешь, Грибанов, другой бы меня выступили, выручили меня и прикрыли меня. Все-таки, понимаете? Все-таки в первом деле, то есть назначение Соединенных Штатов, значит, с нашей точки зрения, это, конечно, будет бы громадный плюс. Ну это какие годы были, ну, не сейчас, а раньше. А сейчас они не могут ставить вопрос, но кто же им даст за ночь, первого за ночь отделать. Это же смешно, они не поставят вопрос. Они ставили вопрос до того, как я был опером, старшим опером, вот в этот промежуток времени. Правда, Цимбал. После 62 года я еще был здесь, когда я был здесь, я был начальник отделения. Да. Цимбал приехал, он закидывал удочку, он меня здесь так обхаживал. Знаешь, Юра, все, да. Я знаю, что у тебя с Олегом хорошие отношения, но у тебя и со мной могут быть там. И ты же видишь, как я к тебе отношусь, все. Я говорю, Михаил Степанович, все-таки ставь рубашку ближе к телу. И говорит, я уже привык здесь. Я знаю все ходы, выходы. Ну, все знаю. А мне там нужно все-таки, знаете, я буду выводничком, ни всего коллектива не знаю, ничего, и на меня так косятся. Вот пришел. Ну вот это сегодня вас взяли. Взяли бы, да. И послали бы вы. Если бы было согласие мое, а мое еще ничего не значит, согласие Грибанова, основа от слов. Но до Грибанова дошел, когда Цимбал требовал, ему доложил Челноков, когда был начальник отдела. Только я вернулся из Женевы. А Цимбал раньше вернулся, получилось это до моего возвращения. Цимбал-то уехал-то раньше. Цимбал уже сделал заходы, он со мной говорил, он не получил от меня ни да, ни нет, а даже наоборот, нет. Я говорю, да, нет, не нужно. Ну что ты ломаешься? Все-таки давай подумай, вот я вернулся, поговорим. Я ему говорю, нет. Он приехал раньше, он уже сделал, он привез там приветы, там маленькие сувениры, и там уже Челноков, и другим там. И Челноков говорит, знаешь, вот, парень, отдай ты мне его. Он говорит, да нет, я без Юрия Ивановича не могу решить и так далее. Потом Олег Михайлович на него имеет виды делать за ночь отдела. Он нуждается, ждем его приезда, сразу же он будет за ночь отдела. Правда, второй, ну ничего, посмотрим, поработаем. Но сам доложил Грибанову на очередном докладе. Челноков, что вот Цимбал подходит. Грибанов говорит, вот что, ты ему скажи, внимание, мудаку, что пока я, говорит, начальник управления, я никуда его не отдам. У меня свои виды. Крест. И как и я даже хотел бы. Ничего не получится. Ничего не будет. Если Грибан согласен, да. Если ничего. Я приехал, мне шпильку запустил, Грибан. Он меня вызвал приказ. Уже он на столе. Он его визирует, пошел в комитет туда, к председателю, к коллегии. Он мне выиграл, говорит, ну что, ты заграничник, ты долго, говорит, долго сидел, будет за границей, и там что-то, говорит, ты там, наверное, совсем обуржуазился. Я говорю, да нет, человек, Михайлович, ты не успел. Еще, наверное, так полгодика, так может быть. Ну ладно. Ты мне скажи, ты какие там дела с Цимбалом? Ты мне не крути, говорит, яйца, говорит. Почему Цимбал, говорит, тут просит? Ты ему что, давал согласие? Я говорю, я не знал, чего. Ну и что это? Вот, вот видишь меня, приказ. Идет председатель. Я вот визирую, я хочу у тебя спросить, ты давал с тобой согласие? Я говорю, да никаких я не давал. И не собирался. Ну, в общем, ладно, какие у тебя возражения есть? Я говорю, какие у меня возражения? Вы считаете, что я справлюсь? Я говорю, значит, я не управлю тебя. Ну, ладно. Не, он просто расписывается. Грибанов, видите свой. Потому что расписывается председатель. It was holding it from that, but that was Божий вас. И все. Ну, потом, правда, еще кадры вызывали, начальник управления кадров Василий, потом ЦК вызывали, как обычно. Уже твердо знаешь, что все, нет. Инструктор какой-то сидит, рядовой, да как вы? А как вы? А что вы? А давно вы работаете? А сколько вы выпиваете? Я говорю, знаете, я говорю,
Падают под настроение. Могу много, а могу мало. Много? А сколько много? Я вот это трудно сказать. Я никогда не считал, сколько я не напивал. Я не записываю. Просто у меня зло всегда думают, что если ты... Я не записываю, сколько выпиваю. Но все-таки. Пол литра можете? Я могу и два. Ой, как вы много пьете. Я говорю, я еще пьяным не валяться, я не задерживаю. Ну ладно, ладно, все-таки не убитайтесь, стопите. Я говорю, ну, конечно, раз это указание ЦК партии, я не буду. Смотрите, так и выходишь, думаешь? Да что ты американ. Смешно. Ты сейчас смеешься, ну тут ты, конечно, не подашь. Но я позволил себе похамить немножко, потому что я твердо знал, что мне назначат и без этого. Ну так немножко поершился. Лучше мне смешно какой-то инструктор позволяет себе сказать. Это было всегда. Ну что, знать, что забывает. Как сегодня? Да, жалко, жалко, мы хотели бы вас иметь шимпанскую аудиторию. Ну видите, чем дело, если я туда согласился, а меньше, чем замом, я бы туда не поехал. А сейчас я не поехал быть замом. Будучи начальником отделения, я меньше, чем замом, не согласился. А сейчас я не согласился бы. Сейчас, если бы Иван был за кого-нибудь, только хотя я не имел, слова нет. Я не мальчик. Я не мальчик. У меня положение на неподобное должность. Я не поехал. А на резиденту не должны? А на резиденту они сказали, надо бы опыт и по всему не иметь. Я сказал, поеду, поеду лучше. Понимаете, тут уже становятся в такие вот рамки, уже, так сказать, ну, как бы, организационные, что ли, штатные. Я бы не пошел бы меньше. Меньше, чем результаты я не пошел. Почему? Потому что зачем мне терять то, что я уже имею? Ну, для нас мы бы... Это другое. Ну, для вас бы лучше, если я буду представитель КГБ. Да. Но целями мы должны исходить из того, что есть. Конечно, когда руководитель на кого-то целится, кого схватить, я всегда имею мечту, как бы Грибанова достать. Будем видеть, смотреть. Я думаю, что кое-что надо будет смотреть. Уязвимые места есть, это есть люди. Надо их только смотреть, выискивать и изучать, потом можно найти. Ну, как бы широкую правду туда близко. Но не ограничить с одной стороны. Вот как сейчас живые будут. Ну давайте, пожалуйста. Может быть, результат где-то мы будем иметь больше и лучше, и наверняка. Вот у нас. Поэтому я говорю, что шире. Приходите, как говорится, на простор. Опять-таки, я все равно говорю свое мнение, у вас свои законы, свои традиции, свои определенные положения, правила. Я, безусловно, насколько вам помогать, я буду придерживаться того, что мне говорят, но я свое мнение всегда буду говорить. Но выполнять буду, пожалуйста, как будете вы решать. Мы очень как вы будете решать? Как вы будете решать? Выражение, ваше мнение имеет важность, потому что... Ну, мне это ближе, я в этой каше, как говорится, уважаюсь, понимаете? Мы не говорим, что как вы думаете о положении во Франции, смешно, это другой разговор. Смешно. Мы говорим о том, что вам более ясно, чем нам. То, что я вижу и что я чувствую. Я вам рассказываю свое мнение. Как вы решите так. Хорошо, давайте будем, раз ваше решение такое в этом плане работать. Я бы хотел сказать еще одну вещь. Это, собственно, я говорю не как разведчика, как человек. Так. Чарльз, наверное, сказал, что сначала ты говоришь, там у нас где заговорок. Но вы не, и что работа будет. Но вы не думаете, что это дело новой страны. Что это дело, значит, принимать новую жизнь в чужой стране, что-то психологически легкое дело.
Если не будет, то нас очень трудно. Я же, мы не останавливались на вопросах. Я прекрасно понимаю, даже больше вам скажу, я прекрасно понимаю, что какое-то определенное время я буду внутренне болеть еще. Я буду больным. Я хочу только... То есть я хочу... Я понимаю. Мы не красили для вас, не рисовали для вас какой-то рай. Никаких красок, ничего. Это очень, очень трудно. Почему я и ставил вопрос и говорил? Не потому что я шкурник там или что-то. Я не шкурник. Я никогда в жизни... Не был шкурником, в кубышку не вложил, не копил денег. Я никогда еще в жизни не знаю, что такое на счет положить деньги. Нет, то, что у меня есть, пожалуйста. И поэтому я сказал, что я хочу прежде всего знать, материально я буду обеспечен или нет. И насколько я буду обеспечен. То есть я должен знать, что я буду голодать, не буду нищим. Не буду нищим, не буду без ничего. Потому что все-таки я не мальчик уже, правда, я и не старик, ну и я не большой человек, но я и не пешка. Я вообще-то представляю в определенной степени и определенного добился своей головой, своими руками, своим здоровьем. Да, но самые трудные места другие. Самые трудные места другие. Самое трудное место, самое, если хочешь знать, самое труднейшее место – это семья. Вот что, основа и трудное. Я прекрасно понимаю, что я должен переболеть. Но во всех вещах самый лучший доктор, самый лучший лекарство – время. Для меня это будет тяжелая вещь. Я не собираюсь там новую семью заводить. Не знаю, но на данный момент сейчас вот, конечно, я не ставлю себе целью и не думаю об этом, потому что я свою семью люблю, как вы не хотите, хотя и по шкуна, я люблю. И детей в особенности. У меня слабое место, я страшно люблю детей. Не только своих, вообще я к детям питаю вот симпатии. Очень большие симпатии. Мальчики или девочки, мне все равно. К детям я люблю вообще детей, понимаете? И для меня будет это очень тяжело, я осознаю. Что вы думаете? Я вот прошу, вот давайте так просто рассказать. Да мне неудобно строчить эта штука, все-таки записывать на пленку. Есть определенная вещь. Ну, это такая лирика, которая не хотелось бы. Понимаете, как столичный литр, и не пьяный, так, на веселье. А что, 500 грамм? 500 грамм каждый. Ну, не сразу его. Приехал туда, ну, думаю, пить я умею. О, честно, я как посмотрел, стакан, а не спирт. Ой, я ж мальчишка там, щенок. Что вы думаете, прошел год, я точно так же, как они, стакан, а не спирт. Там погода. Там холод. Пьют. На работу выходишь утром в стакан и абсолютно, потому что человек уже привыкает. И организм сам уже привыкает. И абсолютно не чувствуется. Согревает просто. Все, пошел. А вот так вот уикенд, суббота. Кушать. Жутко. В старое время мерзавчиками называлось. Мерзавочка – это 100 граммовки. А там, вы понимаете, и некуда себе деть, а ведь на базах ни кинотеатр, ну ничего, ни дам, ничего. Единственное, утешение находили в этом, когда свободны. Только. Нападали. Все. Тяжело. А вот ходили на этих самых, на Кавасаках, японские шхуны, Кавасаки, тоже же одетые. Таких самых рыбачьи. Ровно. Хоккайдо. Да поближе. Не столько ловишь, сколько ждешь на шлюпке маршрутника агента. Типа. Ты подбираешь, пошли. Или заброс. Это такая рыба. Ну, это ж по линии грубо морского. В основном маршрутников запускали. Смотрели, как американцы там начинают, куда какие-то части, штуки, передвижения, что и чего, и гонки там, охраны, и прочее. Но лето все-таки там, конечно, все равно холодно. Лето холодно, так знаете, вода, лед. Там настоящее время года, это сентябрь, октябрь и половина ноября. Золотая осень, золотая осень. Зима. Метели, да, да, купаться невозможно.
Не, купаться купались. Ну так, спирт до, спирт после. Окунешься, метр 5 проплыл и обратно. Лед, вода. Это в Татарском проливе даже. В бухтах, не самом даже проливе, а в бухтах, в глубине. Лед, вода. Холодно. Как ледяная вода. Tartary Straits, so the water is like that. It's a matter of the ear, I can't put the words together. But it's backwards, you see. Yeah, I know. There's no modifier. Там не столько виски, сколько воды. И, по-моему, одна, да, я даже вижу по цвету. Ну, Чарльз, я не знаю. Конец. Я ничего не дал в Америку. Ужас. 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 А я залп делал. Забиваю водой. Когда залп он был на водой? Предпочитаю кабинак. Кабинак. Он приятен на вкус и голова не тебе. Так как насчет завтра? Вот завтра, значит, я, конечно, вот утром, то, что мы говорили, посмотрю там, побуду в родине. В этом плане. Медленно, как оно, насколько пол отходит, насколько к стене, столы, как здесь нет ни планок, там лишних и так далее. Посмотрю, значит, думаю, чтобы себя что-то просил. Какие полы, кстати? Деревянные? А, по-моему, там покрытие какое-то. Ну, я посмотрю. Посмотрю. Завязи. Вот. А ты можешь после этого? Я думаю, что... I'll say this in English. But at any desk, the man's using when the drawers pull out to the side, deep in the drawer. А ты можешь... Куда? Глубоко. В ящике. Ящик открывается, будет заметно. Я имею в виду, если вынуть ящик на заднюю стенку, если есть расстояние. Да. Но мне трудно будет, вот, создаться ли мне возможность выдвинуть ящик. Выдвинуть ящик. Нет, я буду смотреть там бумагу, на чем писать, это конечно. Иногда есть под низу, есть промежутки всякие. Под низу я боюсь, что нет. А вот, вот ящик, так? Да. Ящик. Вот. Вот его концовка, торец. Да, да. Вот может быть вот зазор, когда он входит вовнутрь, касается он стены или нет. Если не касается, какое расстояние. Может быть, вот, предположим, на пол расстояния можно прилепить. Либо снизу, либо сбоку. По-моему, сбоку лучше, вот с этого, с торца. Вот здесь вот. Ну, я посмотрю со всех точек зрения, вот на свой взгляд. Не как специалист, а как какой-то разведчик просто. Я тоже. Да, это тоже. Так надо еще встретиться за специалистом, посмотреть. Oh. Yeah. Сожби его. Какая толщина? Round or flat? Well, let's see. Here. What size? This size? Ну, такой size, ладно. А толщина? Thickness, what would you say? Хорошо. Thicker, but the same size. Вот так. А ну еще же нужен камуфляж вокруг. Камуфляж же нужен. Еще камуфляж. Значит, если такой был толщины, это да еще плюс камуфляж, так это же вот толщина. Ну это зависит, куда мы его поставим, нужен ли камуфляж, что это. Посмотрим. Это вы должны подсказать, нужен ли камуфляж. Should we make tomorrow at home for a short time? Yeah, помощь. And shoot for a date. Have you got the results of the picture shoot? Yeah. It's good? Photographic with that. No, no. Okay. Okay. Тогда давайте мою обратно. No, I'm not sure. А комфорт. Батаклан раздавать. А? Батаклан раздавать на память? Обязательно. Но я там оставляю только следы от яиц. Ха-х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 а-
Ладно. Ну, кстати, да. Ни одного свидания не ставил, даже не дотронулся. Мы уже нам не будем. Завтра, если могли бы, когда вы можете забежать? Вам удалось прием к этому часу? В 6, да? 6 или 6:30, я не помню. Да. Между этими временами, я имею в виду. Может, отсюда будете смотреться 5:30. Если могли бы, 3-4 часа так бы здесь. Я думаю, что в 3:30 я могу. Да. Да. Два начала третьего. Тогда вы посмотрите, что, и мы узнаем кое-что за это время. И тогда план будет сужаться уже. Я вот что, если я утром зайду в резидентуру раз, да, и я зайду после совещания, да, покушаю и забегу туда еще раз. Почему? Потому что у них перерыв никого нет. Они не запечатают на этот период времени в резидентуру. Она свободна, да, у меня помещение, я хожу один. И они будут кушать. У них сейчас вот до 3 перерывов ведет. Их никого нет. Резидентура свободна. Не запечатают в этот промежуток времени. Я один. А я зайду занести им список. Список на русском языке всех делегаций. Я еще им не отдал. Я им отдал на французском или на английском, не помню. А сейчас занесу на русском. Just a list of delegates. Я зайду еще. А потом к вам. George wants to disappear this weekend. Okay, we can disappear this weekend. It means all the more complications, much more difficult for us. But for Christ's sake, it's possible next week. We made him say, встретились со специалистами, у нас есть специалисты здесь, встретились, обсудили эти вопросы. Конечно. Я со своей точки зрения посмотрю возможности, куда, чего и как, насколько. Помимо того, что специалист там скажет. Правильно. И мы решим вопрос, будем мы или не будем, завтра после двух. Правильно. Будем делать? Правильно. Будем. Дальше задержимся. Нет? Значит, нет. Потому что вот. Да. Мы отсюда. Теперь, при нужде, мы могли бы сегодня, при нужде, нам было бы легче все очень гладко. Через неделю. Это было бы для нас самое... Я понимаю, но у меня трусь вилла. Завтра можешь тоже спросить. Только чего спросить, когда жмут переезжать туда? А вы не можете строить, если вы не вам. Новые нам известна фамилия Кравков. Который умер. Нет, Кротков. Ваш родоименник. Агент главного управления. Кротков. Юрий. Кротков. Юрий Кротков. Он кинописатель, сценарист, как он это называет. Кротков? Да. Ах, кличка агент Сулико. Сулико остался в Англии. С ним когда-то в свое время работал Чуранов еще. Еще другие. Грибанов был на одной летучке с ним, когда работал. Он активно использовался по английскому посольству. Активно использовался. Вот. Английскому посольству в Москве. Агент Сулико использовался активно по английскому посольству в Москве. А еще? Вот, это я знаю. Затем он активно использовался по линии европейского отдела, был в последнее время на связи у Веры Ивановны Андреевой. Вот. Там начальник отделения Винокуров. Они получили по выговору и Веры Ивановны Андреевой, и Винокуров, и другие за ним. А Кунавин работал, и Кунавин с ним работал, когда был начальником отделения во втором отделе второго главного управления. То есть отделе, который занимался английским посольством. Кунавин, Лёня. Кунавин, Леонид. Он, его потом уволили, Лёня Кунавина, и... А еще где работал? Я знаю, что по линии второго отдела использовался, по линии европейского отдела использовался. Все, что я не знаю. А именно по европейскому, что он делал, не знаете? Нет, нет. Никакого нет. Не абсолютно. Он был агентом... В последнее время был агентом на связи у Веры Ивановны Андреевой. Правильно, правильно, правильно.
Которая вот как с Олегом участвует, как жена. Да? Да, да. Да. А что делал Валерий Репухов? Сами. А как ты знаешь? Как я знаю, ну как я знаю, ну агент Суликов, у кого был на связи, был приказ наказать таких-то, таких-то, таких-то. Когда-то, между прочим, с этим агентом работал и его завербовал Сергей Иванович Егоров. Это замнач отдела 9-го отдела 2-го управления. Он возглавляет все отделение и всю связь с друзьями, с разведчиками из Кавказа. Сейчас. Вот он первый с ней работал. Потом Леня Кунавин работал. Потом Чуранов с ними работал, потом еще кто-то работал, а потом он попал в европейский отдел. Какие последствия его? Последствия единственное, то, что сделали выговор двум работникам и все. Андрееву и Винокурову, начальнику отделения, и поставили на вид начальнику отдела Поварову. Все. Но мы понимаем, что это было сделано на очень больших тормозах. При другой ситуации, если бы не Вера там, и которая с Олегом участвует, там, еще что-то такое, не такое большое количество работников, которые с ним работают, были строгие меры более. А здесь еще плюс Щербак с ним встречался, ходил на контрольный раз или два. Крибанов раз или два в свое время ходил с ним на явки, не знаю, какие годы. Понимаете, и они, конечно, были заслужены так на тормозах, прижать это дело. Он, короче, I say, let me speak it in Hebrew to the English, and they have told us about it, and he has told in great detail the operation, which we already know from George, about the suspicion. Он пожал плечами. Он им рассказал все, что знал. И плюс подержал, сказал. И они нам сообщили, что он колоссальные подробности операции, что подержал, потому что он был секретно. Именно лично с Грибаном и с Верой Ивановной. Его задание было дружить с женой Державой. Да, чтобы да. Ее ничего такого особенного. Не. Привлечь, как же так я. Да. Привлечь, может быть. Привлечь, поехали в Одессу, там, на Ялту, так далее. Но аккуратно он работал, и это долговременное было сделано. Это не 5 минут. Но все это было как-то закрыто. И поэтому вы сами не сказали сразу, что с Дежаном он работал. А я не знаю, что с Дежаном. И вот вы мне сейчас сказали, что с Дежаном, я не знал, что с Дежаном работал. Абсолютно. Это, конечно, все подтверждаешь. Это можно подтвердить тем, что Вера Ивановна с Олегом работает по Дежану. Да. Она встречается как жена Олега. Точно. Значит, у Веры Ивановны был на связи с Сулико. Значит, Сулико, наверное, какое-то имело отношение тоже к Дежану. То есть вы узнали Дежана впервые? Вы сами не знали? Я узнал, я знаю, потому что Олег мне позвонил, это было еще в году 61-м, что-то позвонил, говорит, ты сегодня со мной приедешь на прием, готовиться, я вот тогда я пойду сейчас переодеться. Давай. Я поехал с ним на прием, как ему тут это поручение, за выступал под крышей НИТа. И, значит, он просто стоял, там выпивал на приеме, прием. У индусов с гостиницы «Советская». Он говорит, Дион, вон стоит Дион. Или Дион, это вот это вот, подесиливание. А там у индусов спиртного нет ничего. А Олегу подавали, потому что прием-то обеспечивается в гостинице, даже наши ребята, бутылки нарзана, бутылки боржома, с наклейкой, а мы водки скидочные. Ну, Олегу водку. Тебе сколько налить? Там, ну, сколько налить? Он фужер такой льет, я молчу, половину налит, я молчу. Ну ты что, полный? Я говорю, налейте полный. Да, выпили по одной, по другой, он говорит, слушай, он видишь, подойди, отнеси ему фужер. Я говорю, ну скажи, я говорю, вот там, с вами, а кто? А потом он мне подослал Дежану. И когда я подошел к Дежану, Дежан спросил, а кто это, кто, who sent you? This man from this, the Council of Ministers. Oh, Alex, my dear friend. Все, я понял, что они близко знают. А потом уже дальше подтверждение еще какой-то штрих. Олег выезжает и выезжает Дежан, тот же район. Что это стало? Когда вы нам накладываете, что он в Вену уехал,
sa koje te priboći se, ti biš, no jedno, on se vjeri van, nije biš, ja, tjemna vjera, ne, to je suski tu kazan, ne, da je to i tam i ima vjerni, ne, ne, stiče, ali tože. Ne, Well, this gentleman came out with a manuscript, a book that he must write. And on the first of all, look at this книги. Look at this. Кто книги? Крутков. Ah, Толстый. Unfortunately, the thing is that he saw this thing only from the point of view of an agent. And what I'd like to do is have the opportunity to kind of George look at it from the point of view. Потому что больше я чувствую, какие указания давалось, какому направлению, где агенту тягнили, где нет. Это вот в этой точке это очень интересно. Если у вас будет как агент, у вас будет слюнки чеку, течь, которую будете читать. От интереса. Потому что нам все знакомы. Понимаете, все не очень, кто такое, он будет часто. I've asked for the manuscript to be sent here. Поэтому даже запоздание. Да, но почему он не принес материалы, которые дал Черепанов, тоже сняли? Мы могли бы почты, пошли ее почты. Можно сам взять, опасно. Теперь по Франции, чтобы вы сделали фото, будете иметь этих курьеров? Да, да. Борис Соломатин в последнее время был резидентом в Индии. Индии, да. Сейчас он в первом отделе работает. О, Петров. Петров. То есть Лебедев. Лева Лебедев. Лев Лебедев. Петров другой. Петров Николай. Это Лебедев, самый Лев, который ездил туда. Вот который ездил. Борис. Да. Это Волин, которого арестовали в Министерстве иностранных дел. Слушай, я вам говорю. Который сейчас арестован, который подозревается как агент одной из разведок. А по каким причинам? Петров Николай. Да. Николай. Ген. Что? Сексиван Сексифри. Сексиван. Одну минуточку. Берн Сексиван Сексифри. Он не мог здесь быть 2 года. Он просто мог приезжать сюда. What do you mean? Was he was stationed here? Yeah. No. Вот этот не был здесь 2 года. Он и ни одного года нигде не был. Он мог приезжать временно. Это из спецотделения Ионова Гавриленко. Папанов в Париже. В Париже. Он еще не был. Каретников, Вениамин, Засимович, да. И Синицын. Синицын, Коля или Виктор? Вот когда они, по-моему, сделали вот эти шифры. Вот они сделали шифры тогда, по-моему. Не в Брюсселе. Нет, они делали в Брюсселе, а это Бельгия, правильно. А кто в Бельгии был? Но они просили Париж, вот они ездили, правильно, это в Париже они были. Да. Каретников и Синицын, правильно, они были как дипкурьеры, оба в Баюне. Но этот тоже ездил как дипкурьер, но с кем-то еще. Сергей и Лебедев. А? Ездил в Швецию. Ну, видно, какое не дело. Видно, куда они чем-то добирались, он выезжал ко мне его. И Лебедев, Лев Александрович.
океан Бельгии. И Франция. Как вы сказали? Лев Александр. Бельгия, океан и Франция. Вот видно. Вот! Вот он-то мне рассказывал о том, что шифры были взяты в Брюсселе. Вот. Он участвовал. Значит, это было октябрь 60-го. Вот эти шифры. На случай войны. Вот он был там. Лёва. И откуда он их взял? Я же рассказывал, откуда он взял. Им доставили, они перефотографировали. Но он тоже был в Париже. Лебедев, записано, в Париже он был. Да, был в Париже. Да. Теперь Синицын в Париже был. Был в Париже. Да. И Каретников был в Париже. Вместе. Вот они назвали в Париже. Правильно. Да, да, да. И этот Петров в Иране. Это лишь по определенному делу. Я вижу, октябрь 63-й. Видно, какое-то дело. Как вот выезжали, видно, что-то делали. Что-то фотографировали, что-то вынимали, что-то завязали. Раз эти ездили, все. Ясно. Да? Значит, что-то в Иране не добыли. В Иране? Да, ну раз вот здесь в Иране был, а он был сентябрь-октябрь. Вы что, шутите? Два месяца. Значит, они где-то проникли, шифрили, или куда-то секретные документы, но они, значит, были там. Вы смотрите по Герману, то, что были там те два специалиста, что я показывал. Вот он, Юля и другой. Это были по другим вопросам. Нет. В группе первого главного управления по технические вопросы. Нет. Он в первом управлении. Да? БГУ. Они в этом. Группа Гавриленко. Нет, группа Гавриленко это во втором управлении, а он сейчас где-то в первом управлении, наверное, в спецуправлении там где-то. Спецуправление, да. Но именно по техническим вопросам. So they have technicians in a legal section, so documentation, technicians, so. Как я туда попал, в Бернскую? Как я попал в Бернскую? Вот этот парень, по-моему, этот работал, он сидел у них на этом деле. На этом деле он сидел. Он специалист тоже в этой области был. Тоже на что? Я не помню его фамилии. Я его один раз видел. Да. Кормак. Он уже уехал, его нет. Да, в Берне. Да, он был. Был в Берне. В 62-м году он был. Да. Этот Петров? Нет, тогда это другой Петров. Нет, только не Николай. Николай Александрович, это... Николай Петров другой. Может быть, это Николай Петров и этот Николай Петров. А, Дуночка, так это же толстяк Петров, который был вместе с Юлей вот с этим. Да. Это другой. Ой. А я Петрова имею в виду. Петрова имею в виду из спецотделения, где вот Лебедев, Ионова, Гавриленко, Петров есть. Другой Коля. Петров. Тоже Коля. Молодой. Отчество. Николай. Не помню. По-моему, тоже Николай Александрович. А кто был в Иране? Ну точно, как бы. Который был в Иране? В Иране? Ну вот в Иране был здесь видно. Спец или в Иран? Сейчас. Иран. А, Иран вот этот вот толстый Петров. Ну это техника безопасности, осмотра здания и так далее. Шлюпер. Да. И плюс работает за ними шайбы и проверка. А, это значит другой Петров. Это не тот. Это не тот Петров.
Считайте эти поездки связанные с безопасностью. In our car, the only thing I could find right away. Yeah, I see. The only travel I could find for Yona was the trip to Sweden in November 61. Right away. Mm-hmm. I didn't do a full trip. Yeah. Please say this. Это не полный, так сказать, список, чтобы на руку сразу поставить, понимаете? And the information we have on Anatoly Tkachev. Да. 59, 62, Вильни, Ватанова. Он был в Ванкоке. Не знаю. Я знаю, что в 59-62 был только в атомном агентстве. Это Шаляпин. Михаил, да. 45. И я думаю, в Южной Америке 47. Нет, я знаю, Шаляпин не говорил. Кто Ершов Николай? Не знаю. Я знаю, что Шаляпин мне сказал, что он приехал в первый раз в Соединенные Штаты Америки, вот тогда только-только еще решался вопрос об Организации Объединенных Наций. Это был 44-й год. Он приехал с Мануильским и был переводчиком у Мануильского, министра иностранных дел Мануильского. Сан-Франциско как-то, да? Первый раз приехал в Соединенные Штаты Америки с Мануильским, он был переводчиком Мануильского. Он был уже на Ялтинской конференции, он был. На Ялтинской конференции он был. Ялта. В Ялтинской конференции. Он руководил Собором. Дело Собова? 45-45. По-моему, он приехал в Америку в 44-м году. Но я не утверждаю, я просто прыгал в предмет. Когда он приехал. Да. Ну, это не наш народник, это Миделиц. Да. Это Миделиц. Атташе Парис. Да. Ноябрь. Что-то у него был контакт с Ниной Матиновой. Ну, мог он. Он был в Брюсселе. А то, что его французы обрабатывали, ничего нет? Что он был в связь, вошел в интимную с одной иностранных во Франции, ничего нет? Он сам лично сказал, что его вербовали. А кто? А другое дело, сейчас сидит, сейчас его ведется следствие. Какое дело? Следственное отдел ведет. Он прибыл из Индии в 62-м или если не в начале 63-го года. Tomorrow is also another day. Which is for Barkovsky, the name, is it Sintial? Yeah. Sintial, просто, так сказать, как в инспекции, как еще будучи начальником отдела, в инспекционной поездке, как начальник отдела. А начальник отдела он возглавляет, и ему подчинены резидентуры и в Канаде, и в США обе. Так он выезжал, кстати, в такую инспекционную поездку. Да. Выезжал. Но, по-моему, ему Америки или где-то ему не давали визы. Да, я знаю. Да. Напрасно. Но на мой взгляд такой надо наоборот давать в первую очередь тем, на кого имеется хоть чуть-чуть пятнышко. Пускай едет. Пускай, надо его посмотреть, что он будет делать. Наконец он приехал в Сантьяго. They refused the visa in March, I believe. А вы знаете, вот то, что визу, может быть, и не дали, может быть, это сыграло в какой-то степени его с первого отдела убрать. Что это сыграло свою роль. Сыграло свою роль.
И you поэтому его... Может. Нет, но с оперативной точки зрения это так, что это сыграло свою роль. Как же он начальник отдела, который руководит этими точками, и ему не дают туда въезд? Ну, на кой такой начальник нужен? А если ему нужно туда выехать, хотя ему визу не дают? Но в связи с тем, что о нем хорошего мнения как работники, вы решили, так сказать, сюда назначить и выдвинули. Выдвинули на такую работу, это повышение, но поймите, с другой стороны, это уже не такая оперативная работа, как в первом отделе. Это лучше техническая информация. Он что ли будет ее добывать? Нет. But the question that I'm interested in is, did he make this trip as the chief of the first отдел, or did he make the trip as В сентябре? Нет, уже он поехал как от этого управления. Он был еще начальник отдела. В марте, когда он подал на визу, он был начальник отдела. И здесь, может быть, уже отпало бы на необходимость ему ехать, потому что он был назначен в это управление научно-технической разведки. Но в связи с тем, что ему отказывали визу, а потом все-таки дали, нужно было сунуть его. И не нужно было бы ему уже ехать, нужно было, чтобы съездил. Понимаете, для чего исходили? Even though the trip the second time wasn't necessary, they said, well, since wasn't the necessary the second time, well, no. Но потому что виза была выдана, надо было не терять. Управление по науке технике, в канале, есть. Есть, безусловно. Вот это первое место. Ну, вы не знаете. Я знаю. Ну, так вам положено знать. Почему Тарабрин was transferred from the British department to the Почему? Тут много есть определенных черт. Очень много. Которые трудно сказать, это знает только сам легко. Основное, учтите, Тарабрин получил рост. Когда? В свое время Тарабрин работал в первом отделе первого главного управления. В первом отделе? Послушайте меня. Это было до 53-го, до 54-го года. До 53-го года. Пришел к власти Хрущев, был Канин председатель Совета Министров, и попросили, дайте нам начальником протокола, была такая должность в свое время, сейчас ее нет, начальник протокола председателя Совета Министров. Дайте чекиста, и так внешне интересного, импозантного, и грамотного, и так далее. Равлен, импозантный, тезиковый. Spoke very good Russian. He spoke very good Russian, I think. Да. Дали Тарабрина. Он понравился. Лукавин его начальник протокола. Работал он там, получил там шикарнейшую квартиру, там ведарочки, машину. И плюс всего. А потом работал, видно, как-то так к другу подошел. Вовремя и говорит, а когда он уходил из органов, его не вывели из состава органов, он как бы в действующем резерве. И даже очередное звание раньше срока дали. Председатель Совета Министров пошел. Ну и ясно. У него вертушка, кормлевка и так далее. И ясно, когда он возвращался, то его сразу на большой пост. И он начальник командира. Но! Булгарин. Нет. Это нигде не говорится, не произносится. Ну. А когда ты в Булгарии работал? Ну, после смерти Сталина. Когда Булгарин представил себе министр. Работал в Булгарии. Теперь. Его, значит, прочими послать одним из главных советников в одну из стран демократии. Он страшно не хотел. И категорически возражал. Этот вопрос решался на коллеге, и он себя повел немножко как нехорошо. Его высекли там, сказали, раз так идешь себе как уж. И вошлем, и выговорили. Ну, в этой должности пока оставили. А потом
тело бросало? Помогло. И мы решили задеть мужа. Но у него связи солидные. Пока он работал в Булгарии, он хорошие связи заимел в знакомство в ЦК партии. В других местах, понимаете, в президиуме Верховного Совета. У него друзья такие на уровне большом. Он уезжает. Человек. Поэтому мне решили с его руководством совсем убрать. Но назначили его в службу влияния. Практически, хотя это там на 200 рублей, на 300 рублей больше зарплата, старый, новый, там 30-40, 50 рублей, но практически он был хозяином здесь в целом направлении Англии, всех стран скандинавских. Сколько разделенных Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Исландия, а тут заново. Нет прессии. Как начальник отдела у меня спел особенный успех? Он? И как начальник отдела имел не успех? Да нет, наоборот, провалы. При нем же... Не получил орден Ленина. Он не получил. Он получил только за время начальника отдела выговора и тумаки. Голицын при нем, это его епархия. Вассал при нем, его епархия. Ваш. Нет, получил Родин, получил Чуранов, и еще кто-то там получил, но он Тарану не получил. Ордена, это как они, среди КГБ, это публиковцы? Среди приказ председателя о оглашении указа президиума Верховного Совета, но он не доходит до всего. Когда по линии первого гамма награждает, он доходит до замначального дела всех управлений, не ниже. Бюллетенчики, если это подвигают, не Валерий, гомосексуал, делал спонсор Робертс. Что? Валерий, вы уже в Сочи. Да. Спонсор Робертс. Так. Это гомосексуал компания? Гомосексуальный агент, который взял Роберта. Там то один участвовал, то другой. Ведь он столько раз Спенсер Роберт приезжал и много раз был в Сочи. Я уже затрудняюсь, там запутались, какие агенты только не участвовали. Не каждый раз сосал. Да, все мало было сосать. Надо было, чтобы был Интерпост. Дыры в Интерпост. И вот добились последний раз дыры. А то кто удвал, да это был сосал. Пошел ты его за их, кто их ну. А Валентин Михайлов? Кусков. Валентин Михайлов до этого выезжал. Но тогда только было одно сосание, и Валентин Михайлов приехал без ничего. Вербовку он звонит, говорит, сосет только. Мало, не надо, чтобы не сосал, а дальше шел. И Валентин Михайлов приехал ни с чем. Этого мало. А потом Кусков ездил, вот при Кускове. А что, сосать это законно в Советском Союзе? Да нет, незаконно, но этого еще мало. Ну что это? Надо, чтобы были картинки со всех сторон. Кусков. И Комаров, Кашук, он не был? Сочек не был, нет. Тренировать не участвовал? Нет. И... Нет, но он мог в Москве здесь с ним встречаться, если он после Сочи возвращался, он мог встречаться в Москве здесь с ним. Да. В Москве. Он мог. Почему? Потому что дело на Спенсера Робертса было у Ковшука. Кличка Сергей ему дана была, и отдали его ПГУ. Ковшук это слава. Вы сказали, что... That a case officer who was supposed to meet Roberts in the States
was pulled back. Оперуполномочий, который должен был... Да, какой-то работник, да, его немедленно отозвали, и жену даже осталось, он немедленно вылетел. I have a list here of people who were pulled back about that time. Would it do any good to show up? У него есть список. Некоторые, которые срочно были вытащены, вы узнали бы, кто из них из этого списка? Боюсь, нет, я уж не знаю. Мне Соломатин. Соломатин пришел и сказал, что вы, девки зеленые, вербуете, вот видите, что получается. Только решили с ним связываться, нам говорят, должны схватить. И мы парня, который, говорит, недавно приехал, не так долго, только обосновался, и мы его вынуждены были вытаскивать. Но, насколько я понял, первый контакт с ним в Америке должен был заключать не оперработник, а агент. А вы звонили агента? Агента вытащили. Агент? Просто насколько я понял, я боюсь ошибиться, но, ну, вот, по-моему, это должен был агент. А значит, американский агент? These are the people who... No, there's a clarification here. I know, I understood that. But it's good. You know, these names be left off. Lisa, my... Ничего мне не говорит. Ни одна фамилия не говорит. Ничего. Ничего. Ни одна фамилия не говорит. Агент? По-моему, агент. Очень толковый агент, которому не верили. Я не уверен, но, по-моему, Соломатин имел в виду, что агент. А может быть, вы правы. Я не утверждаю ни то, ни другое. Так, я понимаю. А если не агент, если имеете в виду американский агент? Нет, русский, нет, что нет? Русский, русский. Да, да. Русский, только. Да. Я не уверен. Я говорю, что может быть, мне кажется, что это... А? Нет, он поработает в посольстве, или там в ООН, там, или где-то, я не знаю. Да, нет, но не работник, а может быть агент. А может быть оперработник, я не боюсь утверждать. Но знаю, он ко мне пришел, говорит, ну вот вы будете, вот мы человека срочно вытащили. А почему? Да должны его схватить были. Ну, знаете, это трудно понять, если... Это имеет разум, бойкость, и он ассистенту Роберт уже знал, и вот кто-то такой. Так, если было уже одна встреча. Нет. Видите, в чем дело? Я одну, я вам хочу что-то объяснить. Я почему, я их понимаю, почему они не оперработника послали. Они еще не уверены, будет ли Роберт с ними работать за границей. Пойдет ли на эту связь? Они боялись рисковать работником. Боялись. Поэтому решили на первую одну на две явки. Пускай исходит агент. Никаких заданий особых нет. Я так прощупал меня в общем плане. С тем, чтобы уже безопасно выйти уже к работнику. Так что я это вполне понимаю. А как Спенсер Робертс мог знать, что с ним встретиться? Ну, вы хотите, чтобы я знал, что как будто бы я работал в резидентуре и вел это дело? Нет, вопрос, почему человека его здесь? Потому что они получили сигнал, вот как я слышал, как я говорил, получили сигнал о том, что должен быть захват, что вот этот вот человек, агент, то есть Спенсер Робертс, все рассказал о вербовке. И должен был быть захват этого человека, который должен был встретиться со Спенсером Робертсом. Откуда они сигнал получили? От чего? Не знаю. Они немедленно билет на самолет. Мне он даже жену не предупредил и улетел один. Не-не-не-не, это все я понял. Значит, не посылать человека на встречу с Спенсером Робертсом. А почему высылать в стране? А потому что... Значит, кто именно к нему попал? А откуда я знаю? А может быть, он уже с ним первый контакт имел? Я же не знаю. Ну так что вы хотите? Вы действительно такие вопросы задаете, как мальчик, как будто вы из детского сада. Как будто бы, если бы я знал, так я бы сразу сказал бы. Сэр, это же в этом важно. Это же корень. Я же понимаю. Я передаю то, что слышал. И поймите, это же не моя стихия. Так если бы это я все уточнять, я бы сам уточнил вам сразу же, что он встречался, что он виделся, это же по-иному уже выглядит картина. Понимаете, сам? Откуда же? Я вот буквально зашел. Зашел он ко мне по ряду вопросов. Слушай, давай контакт заводить. Я говорю, давайте честно. Я говорю, как у вас ни новый начальник не придет, все контакты заводить. Да давайте давно уже заводить, чего вы так вокруг да около ходите? Он говорит, да знаешь, вот вы вот вербуете, а вот наших людей приходится нам вытаскивать.
Да что такое? Да вот один профессор, он не назвал фамилии. Какой профессор я? Да, гомосексуальные дела. Потом в следующий раз он ко мне пришел через неделю. Я говорю, слушай, ты мне, говорю, профессора мы вербовали, а ты мне мы вербовали. Ты имеешь в виду, я говорю, Фрэнсиса, этого самого Стивенса Робертса? Он говорит, да. А откуда? Я говорю, потому что я, не мы это делали. Мы, говорю, это первое дело делал. Уже там ты претензии не предъявляй. И тогда я твердо уверился, что именно это. А просто по сопоставлению, думаю, кто же мы сбросировали? Когда? В этот год ничего, в прошлый год ничего, чего нет. Потом вспоминаю, ага, первый ряд. Точно. Where did the signal come from? Where did it come? He doesn't know. He's that's exactly the point. I'll tell you if I don't. It's still very risky. How about the German businessman of Cuba? French, я не сказал. Немецкий. А, немецкий я не знаю. Как получилось о том, что значит так? Мне утром докладывает Сараткин, старший оперуполномоченный третьего отделения, потому что Юрий Иванович, там приехал Олег Михайлович, человек, незадолго до перед отъездом. К нему ходил Миша Скорик на явку. Там они перепили, говорит, дело притащили там и так далее. А я давал это, когда отдел говорил. Это есть. Саракин, Саница, Аса. Вот. А я говорю, а кто это будет? Да немец из ФРГ, он который раз приезжает, этот человек, и Олег к нему ходит. Работает с ним Скорик, Миша. Говорит, но Олег бывает на явках. Я говорю, раз Олег, я говорю, молчи, и сделай так, что ничего не делал. Скорик это будет нашим третьим отделом? В первом отделе. Он работал в немецком отделе, а сейчас он работает в первом отделе на этих самых разработках. Разработки, связи, которые... В то время он знал... А он этого немца, потому что он работал тогда в немецком отделе, третьем. Вы можете дать число, когда он был... Когда это было? Ну, в 63-м году, ну, что-нибудь так, сентябрь, что ли, так, клянусь. Немец из ФРГ. Какой-то коммерсант, он коммерсант, бизнесмен. Regular businessman. Приезжает. А этого француза, вот этого, которого Грибанин наследил, я его назвал Де Мишель. Мишель, да. Хорошо. Очень, очень интересно. Да, Мишель. Да нет, я думаю, из того, что списка у меня там есть, слышь, Чарльз. Чарльз goes to Washington, and then he tells you who the name of this bastard is. You didn't tell me, you tell them. Why? Он сказал ему, ему еще лучше. Там кое-что есть из туристов, потому что сделано 59. Там есть один из Японии, начальник разведотдела в Японии. Он и по сей день полковник японской разведки сделали. Там есть и фамилия, все. Полковник японской разведки. Да. Он завербован. Так что это тебе будет. Есть один в Мексике или еще где-то там близкий к президенту. Очень большой человек. Это тоже тебе будет. Good. So he's forgiven for the German business. Это будет тебе. No, I think, listen, it would be good if завтра списки привезли, потому что ты кое-что действовать надо. А чего так торопиться за эту списку? Тут еще масса вопросов других. No. Мы сейчас должны решать технические вопросы. За курьером завтра. Придут материалы по то, что Черепанов, да? Черепанов. Теперь вопросы техники. Фотографии из Америки. И так дальше. Там ничего спешного нет. Вы оставьте еще всем этим материалом. Потом все равно. Да? Ну, вряд ли не будет. Очень. Я прошу прощения, последний глоток, и надо бежать без 15-12 все-таки.
Security is security. Безопасность. Безопасность касается лично меня. Security is безопасность. Безопасность is security. А сейчас это касается лично меня. Don't you worry. We'll see to that. Пол второго, около двух звоню. Нет, два. Я сейчас зайду в резидентуру, два лучше позвоню. Я зайду в резидентуру, когда они кушают пока. Я утром зайду. Ну, так, точно, так точно, не обязанность. Но на руку звоните два. Если немножко лучше полтретьего даже, можете полтретьего, как вам-то. Я все взял. Вот. То есть тут аккуратность не зависит. Сыграли, у меня кончились? Нет, у меня есть. У меня есть. Сигареты есть, в гостинице. У меня есть гостиница. А что он так называет? Это швейцарский. Мы называем блок. Не картон, а блок. Это швейцарский, американский. Все до сих пор. Я курю сейчас швейцарский. Вообще курю не американский. Блок сигарет? Это не американский. Блок это 10. Ну, смотри. Блок это всегда. Штемпмарк. Наши штемпы. У нас есть один, прошу прощения, у нас есть один агент. Бизнесмен, американец такой, американский гражданин, хотя он в Америке был несколько лет не жил. Ну, последний раз он в 63-м году уехал, и он у меня спрашивает там работнику, сказал, с ним работает. То есть что ему сказать, что привез? Ушел, она привозит все, технику, последние только новинки какие-то получаются, там, если раз уже телефон, это приклепан, пришлепан, там, и так далее. Все разные вещи. Потом мы узнали, он привез 100 блоков. Блоков, не пачек, каждые 10 пачек, 100 блоков. Тут мы разделили пополам с этим Ивановым. Ну, я, правда, половину раздал там народу. И 50 блоков я курил, наверное, почти весь 63-й год. Курил. Thank you.